Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в концертном зале имени Чайковского. На сцене Государственный симфонический оркестр кинематографии под руководством народного артиста России профессора Сергея Скрипки. В общей квартире, где было еще три семьи. И наша комната, мама где-то увидела у более богатых наших родственников, как комната была поделена таким большой палкой, посеребленной
на кольцах, и на ней висели занавес висел, который перегораживал, если, допустим, я спала, меня можно было закрыть, а взрослые еще играли в преферанс, там, или пили чай, или кто-то болел, можно было закрыть. Но вот это вот закрывающийся и открывающийся занавес, он для меня был полон таким фантазиями, чтобы мне лишний раз открыть, и я уже за своей спиной целое представление какое-то чувствовала. Мне даже казалось, как люди не видят, что я вышла к ним. Они вот карты играют, преферанс. И моя мама хорошо играла в преферанс, хотя была на три класса образования была деревенская. Она деревенская женщина из украинского села Корюковка. Так вот, этот вот занавес, который шумел и открывался, он открывал целый мир, другую жизнь. Был учитель пению, отчество помню, Борисович, который мою маму неоднократно вызывал в школу и делал ей замечание, что, мол, у вашей дочери очень хороший слух, абсолютный, почему вы ее не учите? Мама краснела и говорила, у нас нету возможности, у нас нету лишних денег. Он ей сказал, ну купите скрипку, скрипка не так дорого стоит. И однажды мама, набрав эти деньги, повела меня по Мосторгам. Мы нигде ничего не нашли, очень устали. И вдруг мама меня схватила за руку и сказала, о, стой, тихо, слушай. И нагнулась к подвальному окну. И оттуда я услышала, как кто-то играет. Жалко и грустно выводит гаммы на скрипке. Это было так не музыкально. Я слушала, а мама сказала, слышишь? Слышу. Она сказала, и ты так будешь. Я сказала, я никогда так не буду, сказала я. И со скрипкой был вопрос окончен. Мой отец, может быть, первый чего-то про меня почувствовал. И когда ушел на войну, мама его спрашивала, что делать с дочкой-то, как быть. Вот он и сказал. Я правда считаю, что лучше быть хорошим врачом, чем плохой артисткой. Но разреши ей делать то, что она считает нужным. Татьяна Леознова. Посвящение. Вечер ведет киновед, член Российской академии кинематографических искусств, лауреат премии Москвы Вячеслав Шмыров. Здравствуйте, дорогие друзья. Я почему-то сейчас вспомнил о том, что еще когда Татьяна Михайловна была жива, уже были те годы, когда она не работала, мы с ней очень часто обсуждали, как перевести какой-то юбилей, который как раз поступал. И после очень длительных таких разговоров, подробных, она приходила к выводу, что нет, юбилей проводить нельзя, негде. А вот когда приблизилась вот эта дата, 90-летие, я подумал, было бы правильно, если бы этот вечер прошел именно здесь, в концертном зале имени Чайковского. Я не знаю, часто ли этот зал посещала Татьяна Михайловна Леознова, но я знаю одно, что человеком она была феноменальна, музыкальна. Вот сейчас вы услышали историю, как она просто в силу жизненных обстоятельств не овладела какими-то музыкальными инструментами. Но когда я с ней познакомился, меня поразило то, что мы-то все считали, что ее главная картина – это «17 мгновений весны». Я-то и, может быть, еще какие-то люди считали, что ее главная картина – это «Три тополя на Плющихе». А ее самой заветной, самой любимой, самой биографичной картиной была картина «Карнавал». И была она любимой, может быть, по двум причинам. Первая причина была в том, что это была картина о взаимоотношениях с мамой, с семьей, с отцом, который... Татьяна Михайловна, это было очень все понятно, она прошла через это, ее отец погиб на фронте. А вторая причина была музыкальность этого фильма. Вот этому фильму мы еще подойдем, а так, чтобы вот я уже совсем оправдал вот этот вот музыкальный, так сказать, ракурс сегодняшнего вечера, хочу сказать о том, что вот наступила перестройка, и Татьяна Михайловна мечтала создать объединение музыкальных.
Один из ее проектов был связан, например, с Галиной Павловной Вишневецкой. Она хотела экранизировать книгу Галины, биографическую книгу этой великой певицы. Но когда две сильные женщины встретились, следующей встречи уже не было. Они поняли, что и работать вместе будет очень тяжело. Или были какие-то совершенно неожиданные вещи. Например, она была искренне влюблена в дуэт Академии. Саша, Лолита, она так любила их, и гримасничество, и их музыкальные вечера. Я об этом не думала. Ну, просто уже она вступала в тот возраст, когда больше мечталось, нежели что-то осуществлялось. И еще хочу сказать одну вещь. Татьяна Михайловна обладала очень сильной и постоянной съемочной группой. Почти все ее фильмы, без исключения, снимал оператор Петр Евгеньевич Катаев, работал художник Борис Дмитриевич Буленков. Художником по костюмам была ближайшая подруга Марьяна Александровна Буховская. Вот недавно прочел замечательный человек, фронтовик, звукорежиссер фильмов, многих фильмов Леозовой, в том числе и картины «Три тополя на плющихе» Леонард Васильевич Бухов. Но в этих вот постоянных ее составах всегда новым был композитор. И это подтверждает мысль о том, что она всегда шла от музыки, она всегда шла от какого-то музыкального импульса, который ей давала та или иная песня или творчество того или иного композитора. Ну так началась история фильма «Три тополя на плющихе». Вы знаете, песня «Нежность» существовала. Это нам сейчас кажется, что она пришла к нам из этого фильма. Нет, фильм помог этой песне стать чуточку более известной, может быть, увековечил фильм эту великую песню. Но тем не менее, именно эта песня была первым импульсом для того, чтобы появился эффект «Притопленных мужчин». Или разгар работы над организацией пьесы Александра Германа «Мы ниже подписавшиеся», композитор Михаил Трегордин. И вдруг на Леозного сваливается песня «Шум берез», которую пела Галина Нинашева. И она приходит с композитором Трегордиевым, композитором другой музыки, который не имеет никакого отношения к этой песне, с идеей ставить, и доходит до конфликта. Вообще, для нее всегда было очень важно, чтобы на всех особенно работах по монтажу фильма, композитор, не только звукорежиссер, а чтобы композитор сидел рядом. Она должна была выверять каждую музыкальную фразу. Она одна из первых в нашей стране научилась монтировать звук. И, опять же, известный, наверное, вам случай, ведь когда писалась песня в исполнении Татьяны Дорониной, фильма «Три тополя на плющихе», Доронина категорически отказалась произносить слово «ой». Вот это «ой» — это Леозовская, это было смонтировано. Сейчас многие тайны кино раскрываются, я не думаю, что я сильно вылежу, могу навредить этой замечательной картине. Но, тем не менее, вот такого очень много у нее. И это обязательно связано с тем, что она очень всегда шла от музыки. Она работала с Леонидом Афанасьевым, Андреем Яковлевичем Шпаевым, работала с Марком Фрактом, с Александром Николаевной Пахмутовой, которая только что была на этой сцене, с Максимом Дунаевским, Николаем Таривердиевым. А последней ее работой в кино стал фильм «Конец света» с последующим симпозиумом, фильм, который как-то оказался вне времени, начались годы перестройки, и тогда уже ни кино, ни телевидение, наверное, не были интереснее жизни, что, в общем, было, наверное, до этого момента. Но эта картина тоже началась с того, что в одном концерте Татьяна Михайловна Леознова услышала произведение этого замечательного грузинского композитора «Две кончели», «Светлая печаль», и возник замысел этой картины. Так что это было всегда. Но про музыку мы сегодня будем говорить долго, много. Прежде всего, об этом будет говорить сама музыка, замечательный оркестр во главе с Сергеем Ивановичем Скрипкой. А я хочу дать слово писателю. И приглашаю на эту сцену Евгения Гришковцева. Добрый вечер. Я в первый раз в жизни на этой сцене. В первый раз. Меня пригласили сюда, в этот вечер, чтобы прочесть тот текст, который я сейчас прочту. Его же написал на следующий день после того, как мы узнали о том, что Татьяна Леознова ушла из жизни. И я не писал некрологов, это тоже не некролог, а
просто потому, что не могу удержаться, я хочу что-то сказать. Потому что из жизни, из моей жизни ушло что-то очень важное. И я сейчас его прочту. Это был такой вот порыв тогда. Для меня фильм «Татьяна Лиозна. Утренний топливный плющих» является очень особенным. Этот фильм 1967 года, то есть года моего рождения. Я в детстве не любил этот фильм, можно сказать, терпеть его не мог. А его, как назло, очень часто показывали. Меня раздражало в этом фильме все. Особенно, конечно, героиня в исполнении Дородина. Я готов был бежать куда угодно, лишь бы не слышать ее голос и характерные интонации. Хуже всего было мне, когда она пела. И песня «Нежность» в ее исполнении мне не нравилась. Из-за этого ни в каком исполнении эта песня не могла мне после этого понравиться. А потом, спустя годы, по случаю, я начал как-то не сначала смотреть этот фильм и понял, что позасел. Теперь я знаю эту картину по кадрам, по секунду. Я знаю все выражения лица и жесты героини. Знаю, сколько сигарет выкурил герой Ефремова. Несмотря на то, что я знаю этот фильм наизусть, я не устаю удивляться тому, что взрослея, лучше узнавая людей и жизнь, мне во всех подробностях этой картины открывается все больше и больше, а точнее бесконечная точность. Хотя фильм не безгрешный. Например, актер Шалевич совсем не похож на деревенского жителя Жлоба. Он весь очень городской, и голос его звучит совсем не по-деревенски. Это я сказал, чтобы вы не подумали о том, что для меня этот фильм является иконой. Как я был удивлен, когда узнал, что «Три топлина плющихи» и «17 мгновений весны» снял один и тот же человек. А потом удивление прошло, и я увидел закономерность. Оба этих фильма при всей разности одинаково умны и точны, а главное тонки. В «17 мгновениях» масса небрежности, но нет ни одной глупости, а сколько мы знаем сейчас аккуратных глупостей в кино. Эти фильмы Лиозного являются очень особенным кино, про которое нет смысла говорить с точки зрения операторского мастерства, световых решений и особой стилистики. Глубокое понимание человеческой жизни, любовь к человеку и ум – вот что является основным стилем кинематографа Лиозного. Какими невероятно умными кажутся актеры в ее фильмах – это удивительно. Актеры, которые в других фильмах, и особенно в жизни, оказывались не умными, а в ее картинах они умны невероятно. Видимо, она сама была очень умным человеком. А еще ей хватило не только ума, но и мудрости, да еще и силы в какой-то момент перестать снимать кино и не нанести самой удар по собственному имени. Очень немного ее коллег, мужчин, смогли так поступить. «Три топлина плющихи» и «Великий фильм». Последние 20 лет отечественного кинематографа не дали ничего даже близко похожего. Величие этого фильма и этой истории подтверждается тем, что спустя почти 30 лет после выхода «Тополей» один из последних отчаянных романтиков поколения Лиозного, американский Клинт Иствуд, снят фильм, глядя который я не мог поверить, что Клинт Иствуд не видел картину Лиозного. Так случилось, что фильм Клинта Иствуда 1995 года «Мосты округа Мэдисон» снят буквально по трем тополям и плющам. Фильм Иствуда произвел на меня такое сильное впечатление, что я до сих пор не могу из него выбраться. Но это впечатление не было бы таким сильным, точнее, я был бы маленький, а может быть, совсем его не было, если бы не было картины Лиозного. Я не мог себе представить, что это лирическая, совсем простая, точная и, казалось бы, очень наша русская история может быть еще и очень американская. При этом я не думаю, что Иствуд видел «Три топлина плющихи». И даже актерские параллели поражают. В нашей картине играет Доронина, мощнее Доронина, которого у нас, наверное, тогда никого не было. А у Иствуда в фильме Мэрил Стрип, мощнее которой у них и до сих пор никого нет. Роль, которую исполняет великий Ефремов в американской параллели, принадлежит самому Иствуду. Оба худые, оба высокие, со странной такой замедленной пластикой, и оба целые пласты национальных культур. Но Лиозного свой фильм сделал на 30 лет раньше. Когда я смотрю «Три топлина плющихи», я очень и очень люблю кино. Вообще кино. Я остро чувствую жизнь, я испытываю сильнейшие переживания, с которыми мне трудно справиться. И эти переживания вырываются из меня либо негромким смехом, либо ничем не сдерживаемой слезой. Я знаю людей на экране, я понимаю, или мне кажется, что я понимаю все в этих картинах. И я этому пониманию, вот этому очень рад. Очень.
так прекрасно и бесспорно в своем существовании гуманистическое искусство, как прекрасно те, кто его создавал. О какой растерянности, непонимании происходящего в мире, незнании своего зрителя, своего современника и вообще человека в основном говорят конкурсные программы большинства сегодняшних кинофестивалей. Я точно знаю, что если бы в моей жизни не было бы этой картины, то мое собственное отношение к любви и к жизни, как к невероятному дару и чуду, было бы другим. И мне очень важно и очень нравится то, что это пришло в мою жизнь из фильма Татьяны Лёвзной. Я даже не знаю слов, чтобы хоть как-то выразить свою признательность и благодарность ей за это. Спасибо. Еще такой забавный короткий случай, связанный, конечно же, с ней. У меня есть спектакль, в котором герой, который исполняет спектакль, говорит о том, что жизнь человека состоит не из каких-то событий, а в основном из лиц любимых людей. И это не только лица детей, родителей, дедушки, бабушки, родственников, но это также лица тех актеров из любимых фильмов, которые с нами всю жизнь. И в это время на экране сзади, на заднем плане, в театре идут слайды, и там лица моих дедушки, бабушки, моих родителей, детей, моих друзей. Но среди них также там показывают дедушку, а там дальше Зиновий Герб, потом папа, а там дальше Андрей Миронов, Андрей Миронов, Андрей Леонов и так далее. И среди всех этих фотографий, ну так на несколько секунд, появляется лицо Тихонова в роли Штирлица в «Сесс-Бифоре». И когда нас приглашали на спектакль в Германию, на большой фестиваль, приехала дирекция фестиваля и смотрела этот фильм. Потом они подошли, там очень понравился спектакль, мы, конечно, приглашаем, есть одна просьба. Маленькая, отвели меня в сторону, пожалуйста, если вам не трудно. Вы не могли бы убрать фотографию вашего родственника в «Сесс-Бифоре»? Нас зрители не поймут. Я тогда посмеялся, а потом понял, что, конечно же, он больше, чем родственник. Он был в нашем доме в телевизоре и у дедушки с бабушкой, и у моих родителей. И сейчас у меня, я уверен, что будет в телевизоре или как-то еще в жизни и в домах моих детей. И поэтому вот эти люди, эти лица и это лицо больше, чем родственник. У Тихонова было много ролей в другой форме, отечественной. И Отечественной войны 1812 года, Великое Отечество. Но именно это лицо в этой форме вражеской стало родственным и самым дорогим. Спасибо. Евгений Гришковец. А сейчас, с большой радостью и удовольствием хочу представить певицу Диану Арбенину. Наша пуста была.
Thank you.
Спасибо, Сергей Иванович, спасибо, замечательный оркестр. Татьяна Михайловна Леознова поставила всего 9 фильмов. Ну, учитывая то, что 10 лет по окончанию книг она просто не могла работать в кино и была на каких-то вторых ролях, наверное, это совсем мало. Но в то же время я могу вам сказать, что все, что она хотела сделать, она сделала. Но к этому тоже надо отнести с полным серьезом, с полным чувством того, что это мог себе позволить только очень уверенный, очень сильный человек. Поэтому, конечно, можно горевать о каких-то нереализованных замыслах. Да, может быть, Татьяна Михайловна хотела эти замыслы осуществить. Эти фильмы были. И, тем не менее, всегда интересно посмотреть какие-то истории, которые не стали историей жизни Леознова, не стали историей наших фильмов. Ну, например, Виктор Иванович Мелешко, сценарий фильма «Родня» писал специально для Нонны Викторовны. И первым человеком, кому Нонна Викторовна пришла с этим сценарием, была Татьяна Михайловна Леознова. Они учились вместе, они вместе работали над фильмом «Молодая гвардия», которую ставил учитель Сергея Балина-Пиренского. Ну, Татьяна Михайловна не заинтересовала этот сценарий. Вообще можно писать целую историю трех грандиозных встреч с Нонной Викторовной. Две биографии, две судьбы, да и, в общем, ничего это по-человечески не разделяло, ну, в плане, там, может быть, отталкивания личности, ничего этого не было. Но, даже вот в случае с фильмом «Притопленные ключи», знаете, какая интересная история. Татьяна Михайловна говорит, она не знала, она не ездила в Ленинград смотреть ГДТ, не знала, что появилась такая звезда, как Татьяна Васильевна Дорожкова. И она сказала, я думала, что если я не найду актрису на роль Нуры, то я попрошу Нону записать эту песню «Нежность» на магнитофон, а потом буду артисту, как вы выбираете, учить петь так, как Нону. Я говорю, ну а почему же вы с самого начала Нону Бортякову не пригласили в этот фильм? А она на меня посмотрела и говорит, а ты думаешь, под ней мужика-то легко найти? Вот, таких вот было несколько встреч с фильмом «Родня», который поставил Никита Михалков, слава богу, дал возможность Нону Бортякову сыграть свою бенефисную роль. Но самая первая из встреч с Нонной Бортняковой случилась на фильме «Простая история». Дело в том, что, вы знаете, эту картину ее поставил Игорь Павлович Егоров, замечательный наш режиссер. Песню «Нонна Большак» на перекрестке написал Марк Григорьевич Фрактер. Но изначально сценарная заявка была тоже Леознова. Это была история ее тетки из белорусского колхоза, которые поднимали эту деревню, этот колхоз, сожженную дотла в годы Великой Отечественной войны. Но что-то вот не сложилось со сценаристом, сам все стал жить своей жизнью, Леознова ушла в сторону, стала заниматься чем-то другим, а фильм возник. И вот таких историй в кино очень много, таких интересных и удивительных пересечений. Поэтому у нас еще возможно, чтобы сегодня прозвучало две песни на этом вечере, прозвучало две песни, которые не были в фильмах Татьяны Михайловны Леозновой, которые так или иначе связаны с ее творческой биографией. Я с большим удовольствием приглашаю сюда певицу Ирину Епифанову и джаз-квинтет «Арт-Модул», которые исполнят песни из фильма «Простая история» на Дон Большак, а потом Ирина Епифанова вместе с оркестром кинематографии, как руководство Сергея Ивановича Скрипки, исполнит песню «Не улетай из фильма», где он гораздо еще глубже, и Татьяна Михайловна Леознова была ассистентом. На тот большак, на
Ирина Ефимовна, ваш президент Толстого, художественный руководитель Толстого. Спасибо. Знаете,
Вот получить вот такой урон, да еще с таким партнером, как Вячеслав Васильевич, хотел сказать, Штирлиц, Тихон. Да? Вы знаете, это великое счастье для актрисы. Поэтому мне кажется, что я в этом смысле везуча. И я думаю, что Татьяна Михайловна была тоже уверена в том, что она сделала верный выбор. Я хочу остановить маленькое внимание на том, как работала Татьяна Михайловна. И не только с актерами. Я так думаю, что она очень многих актрис открыла. И Доронину, и Хитяеву, которые в новом эти формате. Имена, может быть. Вот. Но самое главное, это был человек, который могла дать фору мужчинам. То есть организовать такой фильм исторический, как «17 мгновений весны», и справиться с этим материалом. Я не знаю, кто на сегодняшний день способен на это. Я так думаю, что и фильм «Им покоряется небо», а поначалу у него было другое имя у фильма. «История одного самолета». Это был первый реактивный самолет перед войной, и поэтому была история об этом самолете. Но когда Татьяна Михайловна приступила к съемкам, то эти фильмы, эти самолеты после войны были отправлены в Китай. Она, если она что-то задумала, если она что-то решила, то она обязательно добьется. И она послала кого-то там в Китай, чтобы нашли этот самолет, неважно в каком состоянии, он мне нужен, он мне нужен для того, чтобы он взлетел хотя бы на 3-4 метра. Этот самолет искали, а оказывается, там, где проходили съемки, в Момино, там, где летчики, и там был ангар. И в этом ангаре доживал свою жизнь единственный самолет в России, этот МиГ. Мне кажется, что это только с Татьяной Михайловной могло такое произойти. И когда она узнала, она его увидела, она просто его обнимала как живое существо и нашла летчиков-испытателей, которые работали еще до войны. И она сказала, я вас умоляю, я вас прошу, оживите меня. И что вы думаете? Оживили этот самолет. И на этой взлетной площадке, значит, мы все собрались, все участники этой картины. Мы так переживали, потому что мы понимали, что он может вообще развалиться при взлете. И за штурвалом сидел летчик-испытатель, который, наверное, никогда в жизни так не волновался при любом испытании современного самолета. И вот этот вот МиГ-9, и вот этот самолет, и вот эта вся история этого самолета, она, в общем, запечатлелась в художественном фильме. И я знаю, что «Им покоряется небо» фильм вывозили куда-то за рубеж. Я знаю, что картина получила какой-то необыкновенный приз. Вот за то, что вот такая история была рассказана о самолете и о людях. Я не знаю, фрагмент был или не был, но я хочу вам сказать, я очень рада, что в этой картине я встретилась с такими маститыми актерами. К сожалению, их уже нет рядом. Это Евстигнеев, который играл главного последнего. Это Николай Рыбников, который сначала меня не принимал. Потом Ава приехала и сказала, ты должен ее любить, ты должен с ней как бы относиться к ней там по-человечески. И, короче говоря, действительно, Аллочка Дмитриевна помогла мне, и потом уже ну, пошла.
нашла любовь на экране, слава Богу. Вот. Я хочу в этот день просто как бы поставить точку вот такого плана. Я люблю читать стихи в последнее время. И вообще я проповедую любовь. Только все думают, что если я сняла бриллиантовые руки, то я проповедую совершенно иную любовь. Нет, я проповедую любовь человеческую, душевную, ну вот такую тонкую. И она всегда может звучать в музыке, и она всегда может звучать в стихах. Поэтому я для Татьяны Михайловны, я уверена, что в этом зале, в намоленном зале, здесь случайно людей, по-моему, на сцене не бывает. Мне кажется, что она тоже здесь где-то присела и как внимательно слушает. Но нам чего, Светка, не поглубила. Раскрыв ладонь, плечо склонила, я не видала еще лица, но я узнала, какая сила в чертах Венериного лица. И растворение линий воли сказали мне, что ты как я, что мы в кольце одной неволи, в двойном потоке бытия. Если суждены нам встречи, быть может, дома ты покой, я полюблю не взгляд, не речь, а только темную ладонь. Спасибо. Набирал во ВГИК нас не Герасимов. Герасимов на экзамене даже не сидел. В приемной комиссии сидел Пудовкин, Александров. Рядом был набран курс Герасимова. Он набрал актера. Пудовкин – режиссера. Но у Пудовкина не очень заладилось. Герасимов соединил. Это была первая объединенная мастерская. Потом так это и повелось. Вместе обучали и актеров, и режиссеров. Это был тот знаменитый курс, где была сделана «Молодая гвардия», где училась Инна Макарова, Бондарчук, Лучко, Олеся Иванова, вот я, ваша покорная слуга. На втором курсе я ставила «Кармен», где Инна Макарова играла «Кармен». Сергей Павлович пригласил Фадеева посмотреть, они дружили с Фадеевым. Вы знаете, когда они говорили, то очень трудно было разобрать, где Фадеев, а где Герасимов. У них очень были похожие тембры голоса, очень были похожи. Фадеев увидел Инну Макарову, он сказал, так вот же она, Любка Шевцова. Так была рождена Любка Шевцова в «Молодой гвардии», и так вошел танец весь туда. Все куски, которые были между Ульяной и Валей, ее подружкой, это были мои куски. Это все я репетировала. Все куски. Уля,
Лёшка! Куда ты, Уля? Это были замечательные времена влюбленности нашей в нашу жизнь. И «Молодая гвардия», написанная Фадеевым, она нас всех освещала, потому что столько сил было вложено в то, чтобы выстоять, выдержать эту войну. И когда на фоне этого рассказана была история молодой подпольной краснодонской группы, то мы все как бы становились гордыми за себя, за свою молодость, за те годы, которые мы прожили во время войны. Сергей Полинарий Герасимов в этой картине добился поразительных успехов как режиссер. Успехов — это про него неправильно сказано. А это просто были озарения. Скажем, там есть сцена входа немцев в деревню. И это грандиозная панорама, которую мы, наверное, готовили неделю, а может быть и 10 дней. Готовили только. Так она сложна была, так нужно было срепетировать все компоненты. Можно честно сказать, что там были просто вершины того, что могли достичь студенты ВИКа. И мы гордились этим очень. Та же Инна Макарова, Нона Мордюкова, Тихонов, Клара Лучко, которые и вышли, можно сказать, из «Молодой гвардии». Дмитрий Шостакович, увертюра к фильму «Молодая гвардия», исполняет Государственный симфонический оркестр кинематографии, дирижер Сергей Лавский. Сходите кланяться и благодарить.
Я хочу представить его Владимиру Малкалову. Все пройдет. Даже наши
печаль. Станет гордой легендой быть над полями весенней дали. Будет плыть золотистая пыль, а с неданием гибелью рядом снова жизнь затемнится дом, и на землю осколков снаряд крупной мушкой встанет цветок.
Мы останавливаемся на самом интересном месте. То есть вот перед театром, а потом мы продолжим. Ждем вас.